Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Пришли мы убирать помидоры с теплицы, потому что у нас похолодало. Сейчас такая погода. Туча, ветер и заморозки уже. Уже все позамерзло кое-где. А помидоры в теплице вот такие вот все зеленые. Как будто у нас еще только начало июня, наверное, июля. Правда, такая зелень. Листва вся практически вот эти здоровая. Но уже все. Не заморозки. И холод. Поэтому надо уже их убирать. Такие вот помидорки здесь висят. Вот они уже не успеют, конечно, тут набрать. У вас тут цвета просто очень много. Все в цвету. Такие вот. Все цветет. Но погода у нас не позволяет выращивать. Но там тоже вот все вот в цвету. Вот все цветет. Это все черри заполонили. Был бы у нас юг, то вот эти томаты бы продолжали спеть, наливаться. А с этой стороны, где солнечная сторона, вот видите, там все позасохло уже. А вот здесь, наверное, вот этим укрытием как-то они. Может, здесь меньше солнца. Почему-то здесь они вот хорошо так растут. Вот такие вот. Здесь и бархатцы еще цветут. И вот тоже все в цвету, видите. Все цветет. И вот такие вот черики. Амарант еще цветет, не замерз. Ну, картошку выкопали. Уже в грядках все поубирали практически. Вот осталась капуста, наверное, только и лук, парей, сельдерей. Ну, все остальное все поубирали. Вот такой вот амарант. Ну вот, вырвали все томаты. Здесь, которые сидели. И вот с этой стороны тоже убрали. Огурцы тоже уже убрали. Последние томаты собрали. Здесь немножко зеленых и эти крупные есть несколько штучек. В общем, все, которые были, все собрали. Ну, вот сейчас хоть немножко стало почище в теплице. И перцы. Такие перцы висят. Сейчас просторно, можно хоть показать. Здесь такой большой. Перчик большущий прям такой. Ну, здесь тоже и желтый перец есть. И вот этот большой вот, который шоколадный такой оттенок у него, вот он перец. Тут тоже и желтый. И вот большие там вот шоколадные висят перцы. Такие вот. И выше тоже. Здесь вот такие вот желтенькие. Перчики. Вот дождь пошел у нас. И вот здесь тоже все в перце большом. Там красный перец большой. В общем, перцы так вроде бы неплохо наросли. Здесь немножко такой маленький есть. Ну, пока он еще весь зеленый, первое время будем его накрывать. Даже если какие-то будут заморозки, все равно будем накрывать, и он будет хорошо себя, в принципе, еще чувствовать. И вот здесь вот перец какаду. Начал еще только он краснеть. Такие вот перчинки. Ну и зеленый перец еще есть. Тут висит. Зелененький. В общем, всякие есть. С этой стороны тоже еще зеленый. Там вот такой большой перчик, и здесь уже зеленый еще перец. Вот такой вот урожай перца в этом году. Ну, тот перец, который не собирали, а оставили на зимние заготовки.
замораживание. Есть и крупный, красненький вот этот перчик. И желтый есть. В общем, и вот этот шоколадный, который был, он сейчас покраснел. То есть вот такой вот перчик. Перец толстый, марун. Такие вот перчинки. Кустики уже немножко повяли, так как жарко стоит. И вот такой вот перчик. Перец мавр. Тоже вот такие вот перчины большие. Такой вот перчик. Сначала он шоколадный, вот такой вот, как вот здесь вот. Такого вот цвета. А когда он уже поспевает, он становится вот таким вот красненьким. И перец белое золото. Такие вот перчины. Такие белесые сначала, пока не поспели, как только поспевают, становятся они вот такими вот желтенькими. Вот все, дождь прошел. Ну и все, вот такие вот дела у нас. Еще вот такой красивый амарант пока не замерз. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, заходите почаще в гости. Пока-пока.